Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео о пустых баночках. Скопилось их у меня, не очень много, на мой взгляд, но хочу уже рассказать вам и все это дело выбросить. Начну я со средств для тела. Закончилась у меня вот этот бальзам от Чистой Линии. Это у меня фитобальзам для тела, повышающий упругость и питание. Ирис и 5 эфирных масел. Покупаю я эти бальзамчики в магазине Лента. Мне они очень нравятся. Да, они расходные, да, они в дешевой упаковке, да, может быть, какой-то не такой, не супер натуральный состав, но они классно питают, увлажняют кожу, кожа становится бархатистая, мягкая, никаких, не знаю, никакого дискомфорта не происходит. Приятный аромат, по крайней мере, у этого именно ирис. Ну, я бы не сказала, что пахнет ирисом, просто каким-то такими цветочками, каким-то таким косметическим ароматом, я бы так сказала. Я буду покупать снова и снова, мне очень нравится. И вы знаете, что это моя не первая баночка. Дальше будет средство для волос. Закончился у меня вот такой шампунь от марки La Biostétique. Это идет линейка для окрашенных волос, которая мягко очищает, ухаживает за кожей и волосами, а также защищает волосы от потери пигментации. Я вообще ничего не могу сказать плохого про данную марку, про этот шампунь в частности, про маски, которые я пробовала. Мне все понравилось, но просто мне нравятся больше другие средства. Вот и все. Поэтому я не приобрету вот этот. То есть марка Виши мне нравится больше. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что это больше для блондинок, потому что очень много отзывов хороших на данную марку. В общем, я слышала именно от блондинок, поэтому думаю, что просто не для моего типа волос, но на самом деле все хорошо. Хорошо очищает, хорошо питает, увлажняет, волосы не путаются, рассыпчатые, блестящие после этого. Не знаю, что еще мне нужно, но видно, мне что-то нужно. Вот такая. Также у меня закончился бальзам от марки Виши. Я уже показывала. Это линейка, которая предназначена для истонченных редеющих волос. Безумно мне нравится эта линейка. Я действительно увидела рост новых волос. Я действительно вижу, как мои волосы становятся плотнее. Они вообще сейчас перестали ломаться. Для меня это просто круто. Они действительно стали быстрее расти. То есть быстрее мне нужно окрашивать корни чаще, скажем так, корни волос. Единственное, что бальзам очень сильно расходный, очень. Его нужно наносить на кожу головы и на всю длину волос. Волосы у меня длинные, поэтому я буду заказывать на сайте Фармакосметика. И это я приобретала на сайте Фармакосметика. У меня есть еще видео на канале, отдельно посвященное вот этим продуктам. Можете зайти посмотреть. И на сайте Фармакосметика есть это средство в наборе из 2 штук, то есть 2 бальзама сразу и по выгодной цене. Вот я буду заказывать 2 бальзама сразу, потому что шампунь у меня еще 0,5 бутылки, спрей для кожи головы у меня даже больше, чем 0,5 бутылки, а вот это уже, вот видите, я разрезала, чтобы просто все достать. Класс, супер, мне очень нравится. Значит, маленькая вот эта вот Биодерма, вообще обожаю эту водичку, она самая лучшая для меня из всех мицеллярных вод, она не сушит кожу, не сушит кожу вокруг глаз. Что самое главное, я уже говорила, что такие, как Гарнир и тому подобное, сушат кожу вокруг глаз, лично мне, вызывает даже какое-то раздражение кожи вокруг глаз. Здесь такого нету, классно снимает на раз-два макияж, и кожа при этом даже какая-то увлажненная, я не знаю, супер. Я буду покупать еще снова большую бутылку. Хотела перейти на гидрофильные масла, но понимаю, что вариант с мицеллярной водой мне нравится больше. Дальше закончился у меня вот этот бьюти-водичка от марки Кадали. Это виноградная вода. Класс! Она мне очень сильно понравилась. Будут скидки в Ревгоше. Я возьму ее еще раз, но только по скидкам, потому что так она, я уже не помню, сколько она так стоит. Она, вы знаете, когда вы ее распределяете, она как тонизирует кожу. То есть даже такое легкое, ну, не пощипывание, может быть, покалывание какое-то ощущается после этой водички. Класс. Я не скажу, что она как-то супер прям приятно пахнет, прям виноградом нет. Такой какой-то зеленый у нее аромат. Зеленый, ну да, что-то в этом духе. Но классная, мне она очень понравилась. Там было 2 фазы, то есть сама водичка и такое немножко маслица было. Распрыскивайте на лицо. Дальше я наносила масло вот этой же марки.
Ну, просто класс. Повторю, 100%. Дальше у меня закончились вот такие всякие масочки. Я их, кстати, в последнее время покупаю в Ленте. Уже показывала вам в покупках из магазина Лента. Ну, такая не очень. Также я приобретала вот такую масочку, и вторая у меня еще есть. Одна девушка мне написала, что она тоже покупала в Ленте вот эту маску, и у нее была на нее аллергия, то есть прям покрылась сыпью. У меня такого не было, но, девочки, имейте в виду, если ваша кожа склонна к аллергии, то не покупайте вот эту маску, вот, вообще вот эту марку. Но я не скажу тоже, что как-то вау, что-то классное, ну, нет. Вот больше всего мне нравятся вот эти маски. Они стоят что-то 54 или 56 или 60 рублей. Они, во-первых, идут для лица и шеи. То есть есть такая штучка. Но когда вот для шеи, то есть нужно лежать, потому что она будет отклеиваться. Ну, я делаю обычно это вечером, перед сном, вот такие масочки. И вы знаете, вот я их покупаю, все как-то в них не верила. А вот сейчас я понимаю, что они классные. Я, наверное, буду покупать больше их. Потому что они действительно как-то увлажняют, слегка осветляют кожу. То есть, конечно, не делают ничего супер вау, но мне нравится. Вот я не знаю, вот эти не очень, а вот эти вот нравятся. Тем более цена вопроса небольшая, поэтому я думаю, почему нет. Если вы ходите в Ленту или где-то увидите вот эти масочки Биокос, обязательно возьмите, они недорогие, попробуйте. Я думаю, что вам тоже понравится. Хотя я не сразу поняла, что они мне нравятся. Дальше закончилась у меня вот эта маска. Это марка Кора. Ее линейка New Line Professional, которая идет как бы для салонов. Это маска Mio Relax. Мне очень понравилась эта маска. Единственное, что, конечно, она мне... Я не знаю, мне кажется, она мне поднадоела, но я повторю ее еще раз. Она кремообразная. Ее я как-то пробовала наносить в качестве как бы ночного крема. Но нет, она как застывает и становится такая липкая немножко на коже. Поэтому я ее смывала. Что она делает? Она действительно как будто слегка расслабляет мышцы на лице. А здесь вообще на ней написано, что она... Для салонных процедур интенсивного ухода за кожей лица, шеи и декольте она продлевает время действия мезотерапевтических коктейлей, инъекций ботулотоксина. Но вот она действительно такой дает не эффект ботокса, а эффект расслабленности кожи, даже расслабленности мышц, что ли. Вот когда ее наносишь, реально есть такое. Вот даже вот после нее не хочется морщить лоб, как-то поднимать брови, вообще использовать мимику на лице. Вот это после нее. Единственное, что, конечно, этот эффект не долгий. То есть ее нужно делать, ну вот, на мой взгляд, раза два в неделю, и тогда будет очень хороший эффект. Большая банка, здесь у нас, здесь 300 мл, мне хватило надолго ее, при том, что я достаточно часто ей пользовалась. Я думаю, что стоит к ней присмотреться. Эта марка также представлена на сайте Фармакосметика, но я покупала в Корнере, у нас в торговом центре есть такой маленький магазинчик, где представлена марка Кора. И вот я там приобретала, стоит она 900 с чем-то рублей, ну почти 1000. За 300 мл, которая вам хватит надолго, мне кажется, класс. Дальше у меня закончилась вот эта маска Сахерб, девочки. Я, кстати, постараюсь ссылки на все эти продукты вам оставить внизу в инфобоксе. Переходите, посмотрите. Класс, я себе заказала, вот мне идет посылка. Кстати, в этот раз Сахерб что-то очень долго мне идет посылка. Вот у меня как-то то быстро вообще за пару дней доходит, то... Прям несколько недель идет. Непонятно, с чем это связано, но надеюсь, до праздников у меня придет посылочка моя. Фруктовая маска классная. Она классно тонизирует. Вообще эти маски... Ой, как она пахнет классно ягодками. Эти маски мне очень напоминают, я уже говорила, маски от The Body Shop. У них тоже в таких стеклянных полупрозрачных баночках, которые стоят 1000 с лишним. Это стоит на Хербе 700 рублей. И... Ну, что-то 700 с чем-то рублей, и мне кажется, просто потрясающая маска. Она тонизирует, она как бы не подтягивает, а, знаете, придает... Кожа становится такая отдохнувшая, молодая, я не знаю, светящаяся изнутри, просто класс. Тыквенная маска мне тоже очень нравится. Я еще заказала там, по-моему, какую-то голубую или с лепестками роз, я уже честно забыла. То есть вот эту повторила и заказала еще. И я хочу, чтобы у меня эти маски были всегда.
То есть это вообще... Единственное, что, конечно, маленькая упаковка, здесь 50 грамм. Я наносила тоненьким слоем, кисточкой, потому что экономила. Ну, класс. Но буду заказывать теперь на Хёрби всегда. Это будет прям моя любимка. Дальше, для лица. По уходу за лицом закончился мой самый любимый крем. Это третья, если я не ошибаюсь, или четвертая банка. Это Holy Land авокадо крем. Я считаю его бюджетным, потому что на сайте Фармакосметика я вам тоже оставлю ссылку на него. Я его закажу еще раз. Это будет, наверное, уже какая четвертая или пятая, наверное, моя банка. Он внутри вот такого голубовато-зеленоватого цвета, такой как гелеобразный, но это плотный крем. Я бы даже сказала, жирноватый крем. Аромат у него, как у, мне кажется, как у всей линейки от Holy Land, ну, всей марки Holy Land. Такой вот просто косметический, ненавязчивый, который не чувствуется. Этот крем... питает, увлажняет, восстанавливает, улучшает цвет лица. Я не знаю, он улучшает кожу, причем он подойдет под абсолютно любую сыворотку. Он ни с какой сывороткой не конфликтует, макияж не скатывается, его можно наносить на ночь, его можно использовать как массажный крем, его можно наносить под глазки, его можно наносить на тело, на любой части вообще тела, я не знаю, куда хотите, туда его наносите. Здесь 250 миллилитров. Стоит эта баночка где-то 2200, ну, может быть, 2400, можно найти скидки какие-то, да, на фармакосметике очень часто бывают какие-то скидки в честь каких-то праздников, то есть за 2000 можно приобрести вот эту банку, и каждая баночка по 50 миллилитров, вот как обычно мы покупаем, да, крем 50 миллилитров, получается, будет у вас стоить 400 с хвостиком рублей. Я считаю, что это мега бюджетно. Мне вот этой банки хватает на где-то примерно месяцев на 9, наверное, с учетом того, что я его, во-первых, наношу достаточно плотным слоем, это раз, а во-вторых, я его использую и на ночь, и утром, и могу просто как в виде такой маски нанести вообще толстым-толстым слоем, потом просто промокнуть, и я не могу жить без этого крема, он не вызывает привыкания, нет такого, что вы заканчиваете им пользоваться, и ваша кожа становится, я не знаю, хуже как-то, например, или эффект исчезает. Нет. Если есть какие-то раздражения на лице после солнца, после, я не знаю, каких-то процедур, я не знаю, вы что-то там надавили себе на лице, он все это успокоит. Единственное, что, на мой взгляд, этот крем подойдет исключительно для сухой или нормальной, склонной к сухости кожи, потому что к концу дня, вот, например, в летний период, когда моя кожа становится нормальная, у меня появляется блеск на лице. То есть вот в этой области немножечко становится такая, я не скажу, что жирная кожа, но появляется такой блеск. Для моей кожи это, конечно, вау, потому что обычно у меня к вечеру она, наоборот, становится очень сухая. Так что девочки с комбинированной кожей, наверное, это не оно. Наверное, это не для вас, но вот для сухой кожи это прямо находка. То есть вы купили банку крема, и на год вы вообще забыли о креме в принципе, да? Вы покупаете под него какую-то сыворотку, можно без сыворотки использовать, и я его обожаю. И я на него тоже оставлю ссылку внизу в инфобоксе. Я рекомендую, но опять же, для сухой кожи это супер средство. Также у меня для лица еще закончилась вот такая сыворотка. Это у нас Дом природы, Крымская косметика. Сыворотка для лица со скваланом для зрелой кожи. Я не скажу, что она делает что-то супер вау, потрясающее. Вот так вот она выглядит. Она имеет такой аромат, знаете, очень мне напоминает, я уже говорила, масло от Clarins. Очень мне напоминает. Хорошо впитывается, такое достаточно маслянистое. Я вообще повторю. Просто вопрос в том, что там, где я заказывала, я сейчас не делаю заказы в том интернет-магазине. Это я говорю про интернет-магазин iBody. Вот найду на каком-нибудь другом, обязательно положу себе в корзинку. Потому что неплохо питает, потому что неплохо увлажняет. Для его цены, что-то я покупала за 400, по-моему, или за 500 рублей вот эту бутылочку. Мне надолго хватило. Это, кстати, не тестируется на животных. Не содержит парабенов и СЛС. Состав у нее виноградное масло, масло зародышев пшеницы, масло жожоба, амарантовое масло, каприлик, что-то там, сквалан, экстракт зеленого чая, витамины А, Е, эфирное масло лаванды. Все. Ну, то есть, вообще, как бы, по составу классное, по действию неплохо. То есть, есть, конечно, я лично пробовала масла намного лучше, и сыворотки намного лучше, но в качестве вот такого...
не основного, а такого дополнительного какого-то ухода для кожек, очень хорошо. И, кстати, вот этот крем, то есть я иногда наносила вот эту сыворотку и сверху вот этот крем, и просто потрясающе. Так, дальше у меня не закончилось, но я выбрасываю пудру от марки Clarins. Во-первых, она у меня уже лежит лет, так, наверное, 5, если не больше, девочки. Я уже посмотрела, что у нее 100%, наверное, закончился срок годности, она стала тоже как-то пахнуть не очень. Вот такая вот у меня упаковочка, значит. Почему я выбрасываю? Потому что дико сушит кожу, ложится пятнами, как ее не нанеси, и сушит так, что прям вот, знаете, такие прям заломы появляются, настолько кожа вся стянутая. И кому-то отдать ее я тоже же не могу, потому что она у меня лежит. Ну вот лет 5, наверное, это точно. Я покупала ее, когда у меня еще не было младшего сыночка. А младшему сыну моему уже 4 года. Так что, да, она 100% уже пропала, поэтому я ее выбрасываю. Также у меня закончилась вот эта тушь от Ева Мозаик. Она мне нравится, но мне больше все-таки нравится другая тушь, про которую я вам рассказывала, которая, если попадет в глаза, то она щипет. Но это тоже классная, классная тушь. Меня спрашивают, где купить Еву Мозаик. Она продается в Ревгоше, если только в каких-то интернет-магазинах. В Литуале Ева Мозаик нет. Я не знаю, в Эльдобате наверняка тоже нет. Я не знаю, где еще приобрести вот эту марку, но у Ревгоши есть интернет-магазин, так что можете посмотреть там. Также у меня, к сожалению, закончилась моя любимая водичка, которую я очень сильно хочу повторить. Я думаю, что я буду заказывать. Жалко, конечно, у нас негде потестировать ароматы от Britney Spears. Это аромат у нас Sunset Fantasy. Вот именно в такой бутылочке. Я заказывала его на сайте Духи РФ и хочу сделать заказ там еще раз и уже заказать какие-нибудь другие тоже ароматы от Britney Spears, потому что мне очень нравится. Я его использовала в основном дома, летом я его использовала, но это просто потрясающий аромат. Для меня он такой сладенький, такой манящий, очень вкусный. И многим девочкам, кстати, очень нравятся ароматы от Britney Spears. Моему мужу тоже все, вот, которые... У меня было их всего 2, но моему мужу очень они тоже нравятся. Маме моей они нравятся тоже, так что я хочу вот прям подзатарюсь, наверное. Это и были все мои пустые баночки. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. На все, что вот я сегодня показала, если я это найду в интернете, на каких-то сайтах, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, обязательно смотрите. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!